Как видите, мы можем наблюдать полностью нетронутую упаковку для жесткого диска Samsung твердотельный накопитель. Все пломбы нетронуты на упаковке. Открываем упаковку. Внутри мы можем наблюдать следующую комплектацию. Ну, во-первых, памятка пользователя, где нам с вами объясняют, что, оказывается, мы приобрели твердотельный накопитель компании Samsung. Также находится запечатанное руководство пользователя жестким диском. И в креплениях находится сам твердотельный накопитель. Твердотельный накопитель очень легкий. Мы видим сериалота интерфейса для подключений. Также мы можем наблюдать 4 горизонтальных и 4 вертикальных крепления для болтов.